смотрю. Заныкал тачку. Это уже было так. Зашел в магазин, одеваюсь. Все. От продавца отстал, смотрю на двери. Там уже стоят три пацана. Ужили, забаррикадировали двери, прижали в мою своими и стоят с ракетницами. Нет. Ну, здрасте. И это при том, что даже я в пассивке был. Просто машину мне взорвали. Но я не думаю, что сейчас приедем домой, и он скажет, что... А, да, конечно, пацаны, продолжайте. Машины тпшатся. Мне кажется, они, блядь, больше обновлений загружают, но, сука, нихуя не оптимизируют. Так они не будут ничего оптимизировать, они все оптимизируют. Нет. Понимаешь, там вроде как грядет еще, да, еще. Крупное обновление, блядь, не потом одно, блядь. Еще одно крупное. Ага. А потом еще. Я и говорю, обновление не одно. Еще одно, еще одно, еще одно, еще одно. Блин, я уже вдвое превысил дозу. То есть, что, еще что ли пить? Сейчас проверим, что там. О, есть, заработал. В комнату зашёл? Зашёл. Стоять. Что? Я закупаюсь. Угу, от первого лица. Это, конечно, хорошо придумал.